Сейчас, как говорится, за себя и за ребят. А как же? Вот сейчас как раз ситуация, когда, наверное, надо и выручить друг друга. Хорошо откататься. Весь зал болеет, все кричат. Ксения, давай, давайте и мы посмотрим. Конечно, что тут скажешь? Ошибка была допущена, падение на прыжке было. Была надежда у нас на то, что все-таки это мама Федора Климова, конечно, расстроена. Конечно, все ужасно. Мы тоже с Максимом расстроены. Даже боялись слова сказать. Конечно, я вдвойне переживаю за эту пару, потому что Федя не просто мой друг, Федя член моей семьи, крестный моей дочери. Поэтому, конечно, я очень себя за него переживаю, но... Есть сезон, у Ксюши не получаются программы. Мне вот кажется, может быть, вообще прибегать.